Кагаген отца Азеногах сев НЦУ-13, десонцхим валамит котект управлений Радгес Хаяд Медуэнер Тесахатеме Цепор Минутл Базартой, МФ-кусен котой Загерен Чиндоме Баластой Цепор Дуазед Нелгоймаджа, Алхозун Цефтиме. Мит котекте министра Декушите Уайтагдаце десте Эвиркауцау Кемерце Дуэце Бенатме. Оперативом Федагуре Мазалте Фестиоген Федракен Чисарста Уэдон Раберегесте. Эвестиате мит котекте министра Декушите Уазенц оперативом Федагурем Мазалте, Семей Федракен Джете Арцахсой. 31 декабря, примерно в 23:40, в республиканскую больницу был доставлен 42-летний житель города Цхинвал с множественными телесными повреждениями. На место происшествия прибыли оперативные группы Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, а также оперативная группа ОВД города Цхинвал. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности преступников, которые нанесли телесные повреждения указанному гражданину. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия по установлению их точного местонахождения и задержания. Федагурт Кутсева, ама информации, кодисам, уэйма вазунга кензистем, недартер эрмечте. Уэйма юма мадесон ногазах севдуэ, анаком севеллуна алхузон севтерайстой пиротехника имея архайгея. Республика бира профилу медицинун центр ма бахау цхимвала ахсердесаззы церек, кэциэн пиротехника спрхья кухтл. Медицинон хосмама бахат днуджи юэ наком, вэмэн табакык дардьецэст, севеллэттен рэнчиндуна бакутуй анэмэн кэг медицинон хос. К сожалению, дежурство не обошлось без ЧП. Это в районе 015 поступил вызов с улицы Ленина 143, Мамедов Адим, 18 лет, с травмой левого глаза. Значит, петарда взорвалась. Мы поехали на вызов, оказали первую помощь. Ну, естественно, госпитализировали в приемное отделение республиканской больницы. В это же время наша сотрудница, которая сопровождала больного, вместе с врачом ей стало плохо. Ну, не знаем, мы будем уточнять в республиканской больнице, значит, инфаркт миокарда или тромб, она скончалась в приемном отделении. Ее еще отвезли в реанимацию, оказали первую помощь, но, к сожалению, скончалась. Были вызова, значит, один вызов у нас был, значит, пищевое отравление, ну, неясные этиологии, там больной говорит, что поел салат, ну, доставили тоже в инфекционное отделение с отравлением. А так, в основном, если не считая вот этих двух чрезвычайных ситуаций, дежурство прошло в плановом порядке. Без артистила медуйтерина Тататаксана информацион рауахт абун.